Александр Елисеевич, вам слово. Вчера хорошо сказал. Да, вчера здорово. Я не знаю, о чем сказать, а только вот о чем я хочу сказать. Вот за последнее время всякие злопыхатели стараются очернить наши заслуги советского народа в Великой Отечественной войне. Я приведу пример про себя. Уже почти перед концом войны участвовал в очень сильном бою. Вот Ясно Кишиневская группировка была. И вот когда мы там фрицев, фашистов, поракалашматили, сателлит Румыния, они союзники были с этим, с Гитлером, да, они Антонеску бросил и убежал. А будущий король-то другой, Мигай молодой, он взял, капитулировал, то есть вывел эту Румынию. Так, значит, мы, советский народ, то есть, и в том числе и я, ребятки, так, в этом деле принимал участие, то есть приближал конец войны. Вот, за прорыв этой обороны, Ясно-Кишиневской группировки, я был награжден правительством орденом Красного Знамени. За форсирование реки Тиса, это в Венгрии такая река есть, очень неглубокая, но быстроходная, горная. Вот, за форсирование этой реки я был награжден орденом Красной Звезды. Так, и еще что. И вот есть такая, это у нас ходило, на фронте ходило. Когда мы форсировали реку Прут, то был такой, присказка была. Советские войска на Прут, фриц заселят. А что такое это селят? Это река, есть такое название, селят река. Вот. И еще что, Я вот в последнее время уже много раз обращался к своим, то есть своему поколению, праправнуков. Или правнуков, правнуков. Так, чтоб они не дали возможность очернить все то, что было достигнуто в победе над фашизмом. Спасибо. Я надеюсь, что они не дадут нас очернить. Не дадут. Спасибо большое.